Кубок весны – так назвали новый футбольный турнир среди детско-юношеских команд. Соревнования проходят впервые, но они уже собрали под своим флагом воспитанников ведущих футбольных академий страны. Среди них «Зенит», Академия футбола имени Виктора Понедельника, школа Леонида Слуцкого, футбольный клуб «Урал», «Лужники», ЦСКА, «Черноморец» и другие. Ребята приехали со всей страны. Кстати, турнир проходит на базе отеля «Весна», которая помимо спортивных, тренажерных залов и бассейна располагает и прекрасным футбольным полем. «Весна» – один из самых спортивных объектов нашего города. Ну, первое, то, что здесь просто шикарная инфраструктура и замечательная восстановительная инфраструктура. То есть здесь дети могут, играя, еще получать оздоровление. То есть все в комплексе получается просто великолепно. Открытие турнира прошло в торжественной обстановке. Почетным гостем стал тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. Это поле, рассказывает олимпийский чемпион. Вольники, которые и сегодня находятся здесь на сборах, часто используют для своих тренировок. Уже посмотрел одну игру, хоть маленькие дети 2007 года, но битвы такие ожесточенные на поле, поэтому пришли поддержать сборная команда по вольной борьбе, чтобы сделать напутствие молодым нашим юным футболистам. Первый турнир «Кубок весны» собрал 16 команд. Это неплохое начало. На поле выйдут игроки 2005 и 2007 годов рождения. Для них просто необходима соревновательная практика и вот такие выездные турниры, отмечают тренеры. Да, в первую очередь, конечно, это соревновательная практика для того, чтобы подготовиться и к своим соревнованиям уже, которые будут проходить у нас городские. С другой стороны, каждый турнир – это развитие ребенка. Поэтому в первую очередь мы оцениваем их игру, игру каждого игрока. Матчи в рамках Кубка весны будут проходить на территории отеля «Весна» до 31 марта. Кстати, во время турнира для юных футболистов будет организовано посещение товарищеского матча «Россия-Бельгия». Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.